Всем привет! С вами Никита Николайчук и передача Тюнинг Юнит. И сегодня мы на самом знаменательном событии этого года. Первый этап чемпионата Республики Беларусь по дрифтингу. Логойск, 28 июля. Поехали! Леша, привет! Привет! Поздравляю тебя с удачным прохождением квалификации, первое место. Спасибо. Что скажешь? Ну так получилось, что занял первую квалификацию. Ну ты как всегда просто всех надираешь и не знаешь, что сказать. Не, ну не надираю, но стараюсь ехать хорошо. Я знаю, у тебя были сложности с коробкой некоторые сегодня. Как решили проблему? У нас сегодня поломалась коробка на тренировке, мы ее заменили. Спасибо Сергею Метизу, что он... предоставил вторую коробку, мы поставили, проехали. Ну что сегодня от тебя еще ждать? Обрадуй нас всех. Я буду стараться очень крепко. Победишь, да? Буду надеяться. Короче, победишь. Здорово, Боря! Здрасте! Как дела? Вроде ничего пока. Как проехал? Как ощущения у тебя? Ощущения просто мясо, можно сказать. Старался показать публике дрифт, немножко контакт с отбойниками. Ну, для шоу немножко поработал. Ну, немного слабо, наверное, баллы взял. 10-е место квалификации. Ну, а я доволен, в принципе, своим шоу, можно сказать, я доволен. Ты сегодня один из самых любимых дрифтеров публики, как ты думаешь, почему так? Ну, как бы они меня, наверное, любят по старой бэхе пятерке, машина народная, у всех она, наверное, есть у кого-то во дворе, там, дедушкина осталась и там бабушкина. Ну и так, много брестских парней приехало поболеть, я думаю, 80% они болеют. А у тебя самый громкий автомобиль здесь, такой аж прямо рвет слух, с чем это связано? Опять же, элемент шоу, и для того, чтобы меня больше любили. Ну и так, он на 30% заглушен, прежде как у нас был раньше, просто техком в этом сказал не допустит. Ну, немножко тише сделали. Но я думаю, людям должно нравиться, дрифт должен быть зрелищным, другим участникам валить боком. И
благодарность большую вот интернет-магазину Setbuy, который помогает мне в этом году. И если бы не он, то, наверное, я бы не показывал такой красочный дрифт. Ну, хорошая помощь спонсорская. Здорово, Никитос. Привет, привет. Ты снова в Минске, мы снова рады тебя видеть. Взаимно, я снова рад оказаться в вашем замечательном городе. Целый день просто кайфую от атмосферы, от погоды, от людей, от машины, от дрифта. Все очень круто. Как дела? Пока получается все или что-то не так идет? Ну, нет, вроде бы все нормально получается. Прикатываюсь к машине, я первый раз на этой машине, естественно. И, в принципе, Серега на ней до этого особо много не ездил, поэтому она, скажем так, не объезжена еще лошадка. Вот сейчас пытаюсь понять, как все это дело работает. Никитос, мы видели, что ты бампер усадил задний. Тебе Метис ничего не сказал по этому поводу? Он сказал: «Красавчик!» Здесь был Дрифт. С вами был Никита Николайчук и передача Тюнинг-Юнит. Пока. I'm not sure if I'm going to be able to do that.